Очень мало кто из вас видел призраков или же странных существ. А хотели ли бы вы с ними повидаться в реальной жизни? Напишите свое мнение в комментариях. А перед тем, как мы продолжим, я вам напоминаю, что попасть в мой ролик, нужно всего лишь написать комментарий в первые 24 часа от выхода ролика. И тогда я вас лайкну и добавлю в следующий ролик. Девушка записывала себе видео в ТикТок, и в кадр к ней попало какое-то непонятное существо, которое вылинуло на минуту и спряталось. Когда девушка пересматривала видео, она очень испугалась, и теперь она утверждает, что она боится находиться в этом доме, хотя она там одна. Мужчина ехал домой с работы на своем автомобиле, и внезапно он на обочине увидел белый странный силуэт. Но самое большее его испугало то, что этот силуэт просто воспарил в воздух. Как думаете вы, что это было? Напишите свое мнение в комментариях. Это видео было снято в психбольнице. Врачи утверждают, что в эту девушку вселился демон. Сначала она вела себя нормально, приняла лекарства и пошла в свою комнату. Но спустя пару часов ее лицо изменилось до неузнаваемости. И она начала прыгать на санитаров. Как вы думаете, что это? Thank you.
Мужчина решил ночью потаксовать, и он приехал на вызов. Но на этом месте не было ничего, кроме пустыни и пару разваленных домов. Когда он пытался перезвонить на вызов, на заднем сиденье выглянуло какое-то непонятное маленькое существо, у которого светились глаза. На этом видео мама провожает своего сына в лагерь. И подойдя к окну, она даже не заметила, что сзади мальчика сидит какое-то страшное непонятное существо и смотрит в камеру. Эта камера стоит для того, чтобы наблюдать за животными, но не в этот случай. В кадр упало какое-то непонятное существо, похожее на призрака маленькой девочки, которая подошла к маленькому озеру, постояла и исчезла. Очень много кто утверждает, что это видео фейк, но я не мог его не вставить в эту подборку. На кадрах видно, как мужчина идет без головы. Он появился из ниоткуда и, пройдя до конца улицы, просто исчез. Парень вел прямую трансляцию, и ему один из подписчиков написал, что у вас в заднем окне какой-то странный образ. Но парни не поверили ему и поехали дальше. Но когда они пересмотрели видео, они были в шоке. Парень запустил еще один эфир и извинился перед своими зрителями. Thank you.
А на этом у меня все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Всем пока!